Вадим, рада приветствовать вас на нашем телеканале «Конференция ТВ». У вас есть ровно одна минута для того, чтобы вы презентовали свой проект. Итак, время пошло. Вадим Блинов. Название проекта – «Метаполис на борту круизного лайнера». Проект успешный. В настоящий момент проект завершен. Количество спонсоров – 129. Собрано 259 900 рублей. Проект «Метаполис» – это новый формат жилых комплексов. Это наземные объекты и в том числе реализуемые на борту круизного лайнера. Проект действительно является уникальным, не имеющий аналогов в мировой истории. В нем есть параметры, которые все-таки уже опробованы человечеством. Это круизные лайнеры, это жизнь на круизном лайнере, это путешествие и работа в режиме вольного путешествия. Этот продукт, он может быть находиться в собственности пользователя, может находиться в аренде и может находиться в режиме отеля, в режиме гостеприимства. Дух, который будет реализован на этом проекте, мы считаем, что это один из самых основных элементов этой концепции. Потому что дух инноваций, дух путешествий, дух исследований – это то, в принципе, ноу-хау, который мы хотим реализовывать и воплощать. И вот программа развлекательная, культурная – это один из основных элементов, который будет привлекательным для этого проекта. К сожалению, наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. Благодарю вас за приглашение в вашу студию. Всего доброго.